Кирилл Денисов называет себя новичком в рыболовном спорте. Тем не менее, мужчина решил стать участником чемпионата города Самара по ловле карпа. За 3 дня соревнований успел узнать немало секретов. Основная хитрость – это, конечно же, выбор точки, место локации, где ты будешь ловить рыбу. Вот. Немаловажная часть составляет питание, чем ты кормишь рыбу. Вот. И, конечно же, насадка. Чемпионат по рыболовному спорту проходил на Гавриловском пруду в Алексеевском районе области. В соревнованиях участвовали 10 команд, в каждой по 2 человека. Кирилл вместе с напарником поймали 15 рыб общим весом около 70 килограммов. Но ухи участники чемпионата так и не сварили. Здесь главное правило – поймали, взвесили, отпустили. Перед тем, как выпустить карпа или белого амура, а именно эта рыба идет в зачет, участники чемпионата в случае необходимости оказывают им медицинскую помощь. После повреждения обрабатывается губа, рана. Все, так обработали, помазали. Хитрости в ловле применяют не только рыбаки. Карп боится шума, не подходит близко к мосткам, осторожно изучает насадки и приманку. До последнего старается не попасться на удочку. При поимке карп стремится убежать в камыши, поскольку он знает свой водоем лучше рыбаков. Он стремится под мостки попасть, он пытается не залезть в подсак, вот, и упирается как только может. За дни соревнований спортсмены поймали более 300 килограммов рыбы. Вся она живой вернулась в свой водоем. Домой рыбаки увезли подарки – приманку для карпа и крючки. Победителям вручили медали, кубки и сделали фотографии на память. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.